Привет, добрый вечер, guten Abend. С вами опять Ульяна и немного немецкого. А вы знаете, что приставка be, которая является неотделяемой приставкой, превращает глаголы в переходные? Возьмем слово sprechen. Ich spreche über dich. Аккузатив. Ich spreche von dir. Я говорю о тебе. Датив. А вот если мы говорим besprechen, то никакого предлога не надо. Wir besprechen dich. Чуть-чуть изменяется значение. Sprechen – это говорить, а besprechen – обсуждать. Wir besprechen dich – мы обсуждаем тебя. Ну вот такое коротенькое видение. Tschüss, пока!